Молодой ученый Казанского университета Вероника Югай разрабатывает смеси для сохранения целостности клеток опухолевой ткани. Недавно она стала победителем конкурса «Умник». В основном Вероника изучает опухолевые клетки у пациентов, больных раком яичников. Все подробности далее. Биологический материал, в частности опухолевая ткань, хранятся в специальных биобанках с учетом определенных условий, соответствующих тому или иному научному исследованию. Вероника столкнулась с проблемой сохранения имеющейся у них опухолевой ткани человека. Опухолевую ткань нужно хранить в жидком азоте. Но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Материал, с которым работает Вероника, был получен в рамках сотрудничества Казанского федерального университета с Республиканским клиническим онкологическим диспансером имени Сигала. Помочь этот материал может при изучении новых биомаркеров опухоли, например, лекарств, или находить какие-то мишени в опухоли. Несмотря на сложности, Веронике удалось показать, что аутофагия может быть причиной подавления выполнения функции химиотерапевтических препаратов. Она показала это с помощью проточной цитометрии. Если подавить процесс аутофагии, выясняется, что действительно увеличивается количество апоптотических клеток. Это было показано на модели клеток рака яичников. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.